Проблемы развития предпринимательства обсуждали на межвузовской научно-практической конференции, которую совместно с администрацией города провел азовский филиал Евразийского открытого института. В качестве приглашенных – студенты и преподаватели различных высших учебных заведений и предприниматели. Одной из самых главных проблем, если верить опросу, проведенному администрацией области, является недостаточная информативность. Имеется целый ряд, в общем-то, вопросов, проблем, которые выявило обследование администрации Ростовской области, проводился опрос среди предпринимателей, и определилось, что есть множество проблем. Это проблемы, связанные не только со стартовым капиталом, не только с получением площадей для развития бизнеса, но и в информационной сфере. Заместитель мэра Гаяны Давыдова отметила, что несмотря на помощь, которую оказывают субъектам малого бизнеса, трудности, с которыми сталкиваются предприниматели, по-прежнему много. Какие еще проблемы? Конечно, сегодня вот проблема первая, это по приоритетным видам деятельности, по увеличению софинансирования, по развитию малого и среднего бизнеса. Ну и, конечно, вот самый главный вопрос – это вопросы административных барьеров, там, правовых, организационных при организации ведения бизнеса. Конечно, это наши структуры. Сегодня, к сожалению, на территории России, области, города нет единых регламентов. По мнению Гаяны Владимировны, предпринимателей сейчас нужно не только поддерживать, но и помогать развиваться. Хорошим толчком может стать приход крупных инвесторов. Мы понимаем, что любое промышленное предприятие, которое сегодня сядет в нашем городе Азове, это еще инфраструктура определенная, которая возникнет вокруг нее. Например, общественное питание, торговля, это компании, которые транспортные, там это прачечные, химические и так далее. Обсуждали на конференции другие проблемы, такие как кредитование малого бизнеса, и даже делились своими прогнозами последствий вступления нашей страны во Всемирную торговую организацию. Евгения Рузанкина, Алексей Покатило, Никита Склеров, Азов.Инфо.